8 лет поисков, 52 невинные жертвы. Очевидно, что мы имеем дело с серийным убийцей. Самым плодовитым в истории СССР. В Советском Союзе нет серийных убийц. История расследования дела самого страшного серийного убийцы 20 века Андрея Чикатило. Еще один труп в лесополосе. Фильм HBO «Гражданин Икс». 15 мая, в воскресенье, в 21.00. Премьера только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.